Одесская инфекционка – одна из пяти больниц в Украине, где стартует испытание препарата «Биовен» – отечественного производства для лечения осложнений от коронавируса. В основе препарата – плазма тех, кто переболел COVID-19. Производитель уверяет, что его уже используют в лечении иммунных заболеваний, и есть все основания полагать, что «Биовен» будет эффективен против последствий коронавируса. Препарат на рынке достаточно давно. Препарат используется для лечения первичных и вторичных иммунодефицитов и входит также само в протоколы лечения, утвержденных Министерством здравоохранения. Касательно регионов, из которых, ну это западные регионы, Черновцы, Ивано-Франковск, то есть те регионы, в которых на данный момент концентрация заболевших наибольшая. Клинические испытания планируют проводить 2 месяца. Любой пациент может отказаться принимать «Биовен» или же дать письменное согласие на его использование. Производитель говорит, что все расходы берет на себя. Допуск «Биовена» к испытаниям одобрил Минздрав. Ответственность за негативные результаты берет на себя производитель. В Горздраве объясняют, что разрешил испытания Киев, а мэрия всего лишь контролирует ход процесса. Департамент здравоохранения контролирует лечебный процесс. И любые отклонения в ту или иную сторону, они обязательно у нас под контролем. То есть этого не может быть, чтобы препарат на всех был использован, ну, по принципу всем. Нет. Напомню, ранее с препаратом «Биовен» возник скандал. Некто Шахин Асадов, заболевший коронавирусом, мужчина утверждал, что в инфекционке ему прописали «Биовен», и за 2 дня он потратил 25 тысяч гривен. Медики же утверждали, что пациент самостоятельно решил принимать препарат. Правда, после приема мужчина пошел на поправку.